8 июля, в день покровителей супружеской жизни святых Петра и Февронии, на теплом озере отметили праздник День семьи, любви и верности, на котором присутствовали глава города Игорь Красавин, его заместитель Ольга Матвеенко, начальник отдела ЗАГС Ирина Разуваева. Дорогие земляки, уважаемые юбиляры, электрогорцы, разрешите вас поздравить с праздником, Днем верности, любви. И, конечно, хотел бы, знаете, что в первую очередь поделиться своими эмоциями, все-таки какую хорошую традицию мы зародили. Игорь Петрович поздравил семейные пары, отметившие в этом году серебряную, золотую и изумрудную свадьбы. Парам вручили цветы, подарки и почетные грамоты. Также свои пожелания возлюбленным сказала начальница отдела ЗАГС Ирина Разуваева. Я от всей души поздравляю вас и ваших близких с праздником. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и огромного семейного счастья. Мы взяли интервью у некоторых супругов и задали им вопросы. Как вы думаете, чего не хватает молодым парам в отношениях? Взаимопонимание, наверное. Наверное, не только взаимопонимание, а мне кажется, что верности. Понравился ли вам праздник? Праздник нам очень понравился, все организовано хорошо. Спасибо всем, всем доброго здоровья, взаимопонимания, счастья. Как вам удалось прожить столько лет вместе? Жили, по-моему, помогали любви, друг другу. Любви не было бы, значит. Это была любовь с первого взгляда? Во, точно. Я пришел на танцы, на площадочку, и прям прямиком, в белых носочках, в черном костюмчике, тогда мода была. В Новозыбке, Брянская область. Познакомились, я имею в виду. На этом торжественном празднике выступили детский танцевальный коллектив «Радуга» и детский фольклорный ансамбль «Рябинушка».